Всем привет, я в магазине Светофор, город Орск, на ТЗБ. Давайте смотреть новинки и ассортимент товара. Смотрите, какая у нас новинка. Толстовки. Толстовки на молнии. И просто толстовка. Размеры разные. Смотрите, вот не на молнии. И карманы кенгуру. Толстовки с капюшоном на флисе, мужская и женская, размер 42-56, 982 рубля. И смотрите, расцветки. На молнии есть и коричневого цвета, и такого оливкового цвета. Так, какие еще черные. Вот голубые, по-моему, обычные. Голубые, розовые, это без молнии. Толстенькие такие. Вот сейчас ходить самое то. На флисе. Сшито прекрасно просто. Рукава на манжете. Низ тоже на манжете. Ну и, конечно же, давайте производителя посмотрим. Сделано в Пакистане. Ничего себе. Капюшон на завязках, на шнурке. Хочется вам показать все, что здесь есть. Какие преимущества. Здесь вот тоже. Слушайте, ну хорошие какие. Я вот даже, наверное, может быть, на молнии взяла. Отличный просто. Вот это какой размер? Это М-ка, но он просто огромный. Смотрите, какой огромный размер. Это М-ка. И, конечно же, состав. 60 хлопок, 40 полиэстер. Но я почему-то, вот если бы я не прочла, мне показалось бы, что это 100% хлопок. Ну, что там присутствует немного полиэстера, это даже хорошо. Прекрасные. Тазы с крышками. Ну, несколько расцветок есть. Мне понравились, хорошие. Можно и бешбармак туда складывать. Такие большие, аж на 10 литров. У нас появились киви. Киви плотные, большого размера, прям огромные, можно сказать. Так, свежие, 1 килограмм 128,70. А лимончики уже уценили, 105 рублей. Ну, конечно, уже качество не такое. Виноград черный 111 рублей. Виноград, кстати, вкусный. Ух ты! Нектарины. Нектарины такие, знаете, не сильно жесткие, не сильно мягкие. Мне кажется, самое то. А если жестковатое, можно дома полежит 2 дня и будет готово. 128,70. Конечно же, зайдем в холодильник. Мясо сегодня 229,90. Свинина на хрящиках с чесноком и зеленью 315 рублей. Вот это. Привезли творожную массу со вкусом пломбира. И творожная масса с изюмом. Без заменителя молочного жира 9% жирности. 82,30 за 500 грамм. Опять появился сыр плавленый с имитированной икрой лосося. Вы знаете, когда она пришла первая, была очень вкусная. Второй раз пришла, мне уже она не понравилась. А вот можно попробовать еще в третий раз взять. Ну, вообще очень вкусная. Вот эта вот имитированная икра, там прям вот зернышками этими, икринками. Приятная такая, приятная. Вкусная. Но первый раз была лучше. Как и про эту, я тоже говорила. Сначала она была вкусная, сначала он был вкусный, а потом с горчинкой с какой-то появился. 139,70. Вот не знаю опять, вот сейчас с горчинкой или без горчинки. Этот сыр прекрасный, сливочный, президент. Там 16 треугольничков сырных. Это с ветчиной. Я брала вот такой вот сливочный, вкусный. 132,60, и там много довольно-таки. Рикотта
163,80. Я ее не понимаю, 500 грамм. И продукт сычужный, рассольный, фета. 153 рубля за 500 грамм. Люди выбирают мясо. О, горбуша какая хорошенькая, прям отличная горбуша. 269,10. А то бывает, что она как ржавая лежит, уже давно замороженная, размороженная. А это прям прекрасная. Такую рыбку я взяла. Хочу шубу сделать, чтобы не возиться. Она уже без костей здесь. На шубу, мне кажется, самое то. 122,80 за 500 грамм. А с этой рыбки получаются отличные бутерброды. Она мажешь на хлебушек. Если даже две купишь, 300 рублей, это все равно получается очень дешево. И получится очень много бутербродиков. А такую все хочу-хочу купить, и все никак. Что-то меня останавливает. Набор к пиву 168,40. Ну, говорят, вкусное. Это мясо я уже говорила. Мне понравилось. Это красный перчик. Обмазан красным, острым перчиком. Не просто паприкой, а острым. И такая остринка присутствует. Кто вот переносит острое, то можно. Там прессованное мясо, прессованное. 514 стоит килограмм, 80 копеек. И кусочки, там я на 300 у меня было, а это на 228, вот поменьше кусочек. Окорок 336 рублей. А я недавно взяла щековину. Не знаю, здесь есть, сейчас посмотрим. И для меня она жирноватая. Так, качество вроде неплохое, а для меня получилось как-то жирноватая немного щековина. Больше я ее не куплю. Да, есть, мы доедим ее, но не куплю больше. Видимо, разобрали все. Нету щековины в этом магазине. Вот какая она, по крайней мере, на вид очень аппетитно выглядит. Колбаса купеческая с говядиной. 403,60 стоит килограмм, категория А. И такой батончик на 278 рублей. Это Ладога, Санкт-Петербург. Опять новинка. Ну, вот это вот вкусно. Ассорти кондитерское изделие «Гармония». Зефир и мармелад. Город Омск. 226,90 за килограмм. Зефир есть в шоколаде и без шоколада. Так же, как и мармелад тоже есть с прослойками и без прослоек. Вот такие вкусняшки я тоже показывала недавно. Печенье ассорти 231,60. Печенье сдобное. Город Армавир, Краснодарский край. Вот тоже. Печенье сдобное курабье. Мне кажется, вкусное должно быть. 162,70 за 1 килограмм. Производитель — город Москва. Ох, какая новинка. Смесь 4 риса. Состав: рис пропаренный, рис бурый, рис красный и рис черный. 162,60 стоит. А сколько грамм? 800 грамм. Я, кстати, один раз черный взяла. Говорят, что он какой-то помогает худеть, там полезный очень. И я его есть не смогла. Идеальный гарнир. Произведено в Ростовской области, Ростов-на-Дону. На этом все. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока-пока.